В Атырау ужесточают карантинные меры. На местном рынке обнаружили сибирскую язву. Вокруг города экстренно выставили санитарные посты. Там дежурят полицейские и ветеринары. В больнице с подтвержденным диагнозом сейчас находится один человек. Известно, что пациент работал в убойном цехе. У него кожная форма сибирской язвы. Еще 17 человек, которые с ним контактировали, находятся под наблюдением врачей. Инфекцию у них не нашли. Для дезинфекции и локализации очагов в Атырау прибыл специальный отряд из Актобе. В 66 пунктах убоя скота и торговых точках, где продают мясную продукцию, взяли пробы. Однако бактерию, которая вызывает опасную болезнь, пока не обнаружили. При въезде в Атырау выставили санитарные посты. Полицейские и ветеринары тщательно проверяют документы у тех, кто перевозит скотину или мясо. Ввели изменения в регламент и начали на посту штрафовать. У кого нет ветеринарных справок, будут привлечены к административной ответственности. Они должны выплатить и штраф, к тому же не смогут заехать в областной центр.